Здравствуйте. Он засранка. Идем так попробуем перейти, да? Так, всем привет. Мы с лемурами готовимся перейти в их старую летнюю резиденцию. Ждем, пока мамка принесет нам переноски. Скажи, конечно, мы могли бы и так на самом деле перейти. Но все равно я немножко переживаю, что могут какие-нибудь собак испугаться, может быть, соседских или еще что-то. И убегут. Марго, скажи, вообще-то я, конечно, гулял по территории сама. И Джулиан, когда маленький был, тоже гулял. Кто теперь уже может определить, где здесь кто? Ну, хотя Джулиан вообще-то периодически задом поворачивается, поэтому все-таки становится понятно. Что там такое вкусное, Марго? Давно мы ничего не снимали, потому что были на самом деле очень заняты. Много-много всего для вас готовим, очень интересного и полезного. В скором времени все увидите обязательно. Кто там? Мамка пришла. Все увидели, мамка с персиками пришла. Где персик? Скажи, что же я глупенькая, что ли? Умничка, заходи, заходи. Хитрющая ты обезьянка. Скажи, что, хотели меня поймать так легко? Конечно. А этот? Здравствуйте. Левитатор. Персик хочется и колется, да? Страшно туда заходить? Там вкуснотища. Вот засранка. И как вас обхитрить? Ускорая, все, деловой такой. Скажи, что обычно в ручки даешь? Вот как хвост балансира работает. Он вперед вытягивается, хвост назад. Спускайся. Вот так работает хвост балансир, да? И вам тоже интересно, да? Как мы их там будем ловить, переводить? Всем интересно. Ты хочешь помочь пойти? Да уж, если тебя Таня увидит, они, конечно, сразу забегут в клетки во всякие, да? Так, что у вас тут новенького? Травку косят, да? Поэтому вас на улицу не пускают. Какой ты большой вырос, локуска. Хороший какой кот. Любимый. Ну такой же мурчун остался. Так, мы решили перехитрить. Положили творожок. Потому что творожок нельзя просто взять и выйти. Его нужно зайти там вылезать, покушать. Ждет подвох. Зад на улице. Ну и как еще? Вам что, переноску обмазать надо? Вот, давай. Вот умничка. Все, молодец. Одна птичка в клетке. Марго, ты пока там кушай этот творожок. Твой переход займет ровно 30 секунд. Не страшно? 5 секунд всего перешли. Здорово же тут. Помнишь, все лето с тобой тут прыгали, носились. Тут и деревья вон какие мощные. И солнышко много. И солнышко много, и нас видно. Ты что хотел, на дерево? Марго, ты такая плюшевая. Очень приятная девчонка. Че, пошли друга твоего переводить? Идем так попробуем перейти, да? Ну что, смертельный номер? Кукуру! Куда ты? Надо было либо резче, но мы зависли в предбаннике. Че, страшно выходить, да, Джулиан? Ну вот, творожок. Значит, не так страшно, раз с творожком. Так, тренируемся, пока гулять мы в предбаннике, да? На плече. Мамка большую палатку несет. О, большой, не страшно, да? Так, ну все. Вернулись назад мы в свою комнату. Он выбежал на улицу через свою маленькую дверцу. Мы прислонили эту штуку с обратной стороны. С улицы он забежал в нее, и все. Ты все, а что боялся-то? Неужели так страшно? Зато с Маргошей теперь будешь. Вон она уже бегает, ее встречает. Марго, пришел, вот он. Весь в твороге, ну и дурень. Вылазь. Вот. А что боялся? Вот и Марго у меня на плече сидит, смотри. Марго, если ты сейчас внутрь залезешь доедать творог... Смотри, она сразу села загорать. Марго пошла внутрь доедать творог. Все, Марго на чили, да? Марго. Джулиан. Джулиан как будто бы заперти, встал на дверь, оперся. Где выход, Джулиан? Вот же выход. Здравствуйте. Вот выход, да. Выходи. Молодец. Вспомнил? Выходи. Выходи теперь сам. Во. Все, вспомнили, да? Ну, наконец-то вы на месте, да? Тут и повеселее, и поинтересней. И нас видно всегда.
И мы за вами наблюдаем. Я вам тут чуть-чуть вкусности принес. Вечером еда. А сейчас вот вам водичка и немножко вот лакомств. Вы уже и так при переезде накушались неплохо, да? Ку-ку-ру! Как классно тут летать, да? Вот сколько места. А вы переезжать не хотели. Так вот, мы приезжаем, и нас встречают сразу, да? Иди поздоровайся. Привет! Привет! Как вам тут на новом месте? Хорошо? Говорят, хорошо, да? Все, освоились? Ку-ку-ру-ку-ру! Вот как летают, да? Марго, а вот теперь смотри. Место, где вы в туалет любили ходить с дерева. Тут выросла клубничка. Даже не знаю почему. Марго уже крыжовник заприметила, по-моему. Марго, он еще не готов. Ягодки трогала. Конец. Конец первой серии с переездом. Сейчас будет скоро вторая серия. Переселение других вместо вас. Как думаете, кого будем переселять? Саванну Олафа, Астрид и Грейс, может быть, еще кого-то? Пишите ваши варианты. О, загорает.